Ну что, я желаю этой бирже процветания, потому что будет процветание биржи, будет процветание у тех, кто ее продвигает. Да, согласен. Да. Ну, а нам, я желаю, ребят, набрать как можно больше команду для продвижения, потому что это дело стоящее. Это дело совершенно... То есть, есть возможность заработать очень хорошо, и чтобы ваш бизнес построить вместе с нами, да, скажем так, да, и зарабатывать на пассивном доходе там, со своей клиентской базой, которая будет только расширяться, и мы будем вводить новые продукты, которые будут интересны, они смогут им пользоваться и это делать. Получается, это бизнес для нас распространение банковских карт? Да, в каком-то смысле, да. То есть? Это, кстати, будет самый вообще простой бизнес, ну, как я вижу, да, то есть это будет очень просто, можно было просто открыть приложение, нажать кнопочку «Поделиться с друзьями», подгрузится ваши там, контакты, и вы можете просто одним нажать кнопки, разослать всем свою ссылочку, соответственно, все это ваши клиенты. Вы это технически реализуете такое? Да, конечно. Соответственно, они могут вас дублицировать, то есть это будет самый быстрый такой принцип уберизации, очень быстрое самораспространение, и я считаю, это будет очень эффективно. То есть задача, как я понимаю, сделать приложение по типу Тинькофф Банка, там Альфа-Банк, очень удобное, да, которое скачиваешь, и оно высокотехнологично, да, все переводы, для бабушки все понятно, да? Да, конечно. И максимальная задача просто это сделать максимально безопасно. А процедуру KYC один раз надо будет пройти? Да, обязательно. Обязательно всем рекомендую сразу проходить процедуру KYC, потому что это необходимо. Потому что мы хотим работать максимально легально, максимально правильно, и чтобы не было проблем и у вас, и у нас с регуляторами, лучше это делать. Значит, тогда еще раз. Сейчас запускается регистрация, и биржа будет пока без фиата. Да. Торги там на криптовалюте будут. Да, это будет период длится месяц. Ну, примерно. Да. Регистрация, соответственно, по реферальным ссылкам мы отправляем свои ссылки, таким образом настраиваем команду. Да, все верно. Потом подключается через месяц примерно, да, фиатная история. Да. С эстонской юрисдикцией. Да. И мы начинаем вводить, выводить, покупать за доллары, обменные операции делать с фиатом, да? Да, все верно. А еще через месяц включается карта. Сначала виртуальная, наверное, да, чтобы там в Google Play себе ставить или там. Можно, Apple да, будет Pay. Заранее заказать, поздно нажать, появится виртуальная карточка, и пока физическая будет вам идти, получится. А без физической можно обойтись? Ну, пока физическая будет. В принципе, можно. Кому-то может удобно так. Ну да, кто-то же ведь. То, что многие, рынок расширяет. Очень быстро меняется, технологий очень много появляется. У нас. Мы нам проносим, у нас еще очень много есть решений, как, да, у нас там есть инвестиция, карты холодного хранения и там много-много всего, о чем мы даже сейчас не говорим, но мы обязательно об этом расскажем. У нас технологий очень много, мы уже все это подготовили. То есть вы идете в ногу со временем? Конечно. Или опережаете его? Посмотрим. Аккуратный прогноз. Окей, видно, что человек практичный, не дающий обещаний. Ну, лучше так. Знаешь, сетевики-то привыкли, вот если это брать аудиторию. Все будет, вперед, мы самые лучшие. Ну, все будет, но давайте сроком, да, потому что два месяца – это очень мало, на самом деле. Я бы даже сказал, что лучше три брать запасом, да, но, в принципе, мы справляемся. По вашим планам, да, все можно получить. Я могу вам сказать, что за два года как бы разработки никогда вовремя не заканчиваются. Это чисто практика разработок. Ну, видимо, два месяца вы уже берете запасом. Ну, да. Ну, мы запасем еще один месяц, на всякий случай. А так все замечательно. Главное, чтобы все работало, функционировало. Получается, что все менялы этого мира, которые битки там где-то по углам меняют, все могут эти приложения. Это было вообще замечательно. Это было бы вообще супер. Ребят, проявляйте креатив и зовите в это приложение тех, кому это действительно нужно, прежде всего. Спасибо, Сереж, за интервью. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Я чуть-чуть.